Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, и наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня у нас необычный эфир, сегодня у нас в эфире вместе со мной берем интервью, я представляю вам Александра Франца, епископа Лютеранской церкви, город Барнаул, и сегодня у нас в гостях в нашей Zoom-студии Вальдемар Герд, депутат Бундестага Германии. Мы немножко расскажем. Я сначала поприветствую, потом я представлю вас побольше, то, что мы нашли. Друзья, приветствую вас. Здравствуйте. Нас также. Очень приятно. Я перейду сразу к вам, Вальдемар. Вы родились еще в СССР, в Казахской ССР. Место рождения – это Кустанайская область, правильно? Казахская ССР. Да. Вы закончили сельхозинститут, поступили в Советскую армию, отслужили в Советской армии. Были даже, написано вот у меня здесь, были первым секретарем молодежной, я не знаю, обкома в ЛКСМ или горкома, я не знаю пока. Райком. Райкома в ЛКСМ. После этого были председателем колхоза несколько лет, правильно? Ну, колхоз, подхоз это называлось, да. И потом эмигрировали, переехали в Германию. Да. Необычно. Как вы оставили все? Свою советскую родину, а? Как пришла такая идея? Я бы сказал наоборот, это родина оставила меня. Я родину не оставлял. Тогда, ну, у меня всегда в характере было, если я что-то делаю, я делаю это от сердца и до конца. И поэтому вот когда пришла эта весна горбачевская и надежда на перемены, ясное дело, что вопрос стал смотреть на это со стороны, или принять в этом участие. И ну, все-таки решил принять в этом участие надежды. Я думаю, вы все помните эту надежду, которая была вот с этим временем связана. Демократия, что мы наконец-то сейчас каждый народ получит. У нас, у российских немцев, была тогда надежда вернуться на свою родину, как Волгу. Вот ее считали мои предки, наши старики, своей родиной. О Германии тогда говорили как о матери, но это не избыточная мечта, это как полет на Луну вообще-то был. Хотя где-то глубоко в сердцах было у людей, вот бы когда-то вернуться домой. И когда вот старики умирали, у них особенно вот тогда появлялась ностальгия, что все-таки домой. Ну, родина считалась Волга. Ну, а потом с приходом Ельцина, когда все эти розовые очки были сняты, и он нам четко объяснил, нам, российским немцам, что вам никогда не вернуться назад, потому что, ну, потому что не дано такого. Так было его последнее высказывание, полупьяное, когда давайте дадим им полигон, этот атомный полигон этим немцам, и насколько я их знаю, через 3 года там будет цветущий сад. Ну и тогда мы поняли, что, видимо, все, теперь родина действительно нам не светит. И тогда же произошел вот этот вот переговорный процесс между Колем и Горбачевым. И Германия в то время уже испытывала недостаток в рабочей силе, испытывала, ну, турецкая диаспора росла очень быстро и доминантно занимала все ниши. И тогда было решено 2 миллиона российских немцев разрешить им вернуться домой. В то время я, ну, 2 года первым секретарем комсомола, когда я был, мы тогда уже выстроили кооперативное движение, тогда было НТТМ, научно-техническое творчество молодежи. И я уже тогда был не очень адекватный политик, я, кстати, первый снял галстук из всех, и это был шок, там меня даже куда-то вызывали и воспитывали, что нельзя без галстука на работу приходить. А мне было важно, чтобы дать ребятам вот это новое течение. Кооперативы там мы позаздавали, и это горело. Ну, потом очень многие кооперативы работают и до сих пор. И слава Богу за это. Вот. Но постепенно пропадала надежда, что политически что-то можно изменить. И тогда я решил вернуться опять в то, на что я учился. И это было подсобное хозяйство. Мы его подняли, развили. Я один из последних платил зарплату. Вот это смутное время страшное. И до последнего мне, вот как остров песчаный в бушующем море, я пытался удержать там еще кусочек
социализма и справедливости, но понятно, что в то время это уже было невозможно, и когда пришел момент, что это стало даже немножко опасно, и тем более с моим характером, не дающим взятки, не подчиняющийся тем, кто не любит эту землю. Вот. И тогда, в принципе, вся родня уже была в Германии. Я один из последних, еще брат один после меня. И я понял, что моя миссия там закончилась, что я ничего больше не смогу сделать для этой земли. А если я ничего не могу делать, просто так жить было как-то жалко. Mm-hmm. Вот. И поэтому мы сели и уехали в Германию. Mm-hmm. Вы упомянули, что вы из поволжских немцев. А поволжские немцы, это вот заселялись еще во времена Екатерины, да? Были лютеранами. Да. Ваши предки лютеране? Да, мои предки лютеране. Ну, у меня так получилось, что во мне две крови. Одна, отец у меня армянин, которого я только вот недавно узнал, скажем так. А мать немка, это старый немецкий род с поволжских немцев. Мой дед был... сейчас это называется лидер домашних групп. Uh-huh. То есть он проводил молитвенные тогда собирались они в Ферзамлинку, это называлось. У нас было баптистам вроде как-то еще акцептировано, они могли собираться, их признало. По какой причине, не знаю, как это получилось. У них был молитвенный дом, а у лютеран не было молитвенного дома. Лютеране собирались домашними группами по очереди, то в одном, то второй, то в третий. Доме. И поэтому мы, как дети, тоже были не очень посвящены. Я до сих пор помню рождественские стихи, которых нас учили наизусть. Но это было больше запомнилось, потому что единственный апельсин за зиму мы получали только на Рождество. И это было вот стишок расскажешь, и тебе что-то дают. А так я понял, что не сильно хотели посвящать нас, потому что были гонения, потому что можно было попасть опять в тюрьму, если ребенок там что-то не то расскажет в школе. И сами дети были на смехании. Вот. Я могу рассказать этот пример, который, вот когда дед мне первый раз преподал Бога, вот через ситуацию. Это было после Рождества, и в школе на линейку вывели трех молодых, по-моему, два парня и девчонку. И перед классом, перед школой, перед линейкой, перед всей учителя начали вроде как там немножко позорить. Вот смотрите на этих богомолов и ну, вот в таком роде. А я тогда тоже, я не знаю, какой класс, пятый, шестой, ну где-то вот там. Или даже еще меньше. Я пришел домой и начал рассказывать деду об этом. А он сидел, как раз у нас там такое шойно, и он сидел, велосипед ремонтировал, перевернутый на сидушку, там колесо ремонтировал, что-то там подкручивал. И вот я ему начинаю рассказывать, что ну чё ж за родители такое, зачем они детям вот такую ерунду в голову вбивают про этого Бога. А потом, и мне так жалко было этих детей, девочка плачет, пацаны стояли, насупились, ну, неприятно было смотреть, и жалко их было. И вот я это деду. И вот он на меня повернулся, я вижу, такая боль у него в глазах. Потому что я, не знаю Бога. И он не передал это как-то. И он говорит мне так интересно, говорит, ты правда думаешь, что Бога нет? Ну, конечно, нет. Его же никто не видел, дед. Вот если бы он был, он бы взял бы, показался всем. И тогда бы не учителя бы ничего, и все. А раз никто его не видит, значит, его нет, а вот детям, смотри, как запудрили мозги. И он так посмотрел на меня, взял колесо и крутанул. И говорит мне, посмотри сюда, ты спицы видишь? А когда колесо крутится, их не видно. Я говорю, нет, не вижу. Он говорит, но они есть? Есть. Вот не советую тебе палец туда совать. И я так первый раз посмотрел на это, думаю, слушай, правда, я их не вижу, а они есть. А листочки, когда, говорит, лето, шевелятся на дереве, от чего? От ветра. А ты ветер видишь? Нет. А он есть? Есть.
И вот он так, и потом посидел, посмотрел на меня, говорит, что я тебе скажу. Придет время, и ты увидишь, как твои учителя будут молиться Богу живому. И замолчал. Я тогда подумал, да ну что-то со старым, с головой что-то. И потом, когда я отходил, он говорит, и ты, иди сюда, и ты будешь стоять спереди и проповедовать Слово Божье. Вот увидишь. И все. И на этом закончилось. Знаете, я потряс головой, где-то там это все забылось. И, вот, и когда я приехал в Германию, повел своих детей в школу, и стала учительница, очень похожая на мою первую учительницу, на Анну Федотовну, о которой он говорил, ты увидишь, что и Анна Федотовна будет молиться Богу. Встала и говорит, знаете, я немножко, конечно, старомодная, но у нас так принято, вы приезжие, я не знаю там что и как, но можно я помолюсь перед началом учебного года? И вот тогда у меня мурашки по спине побежали. Я говорю, Господи, а когда я через 2 или 3 года пастор попросил меня, слушай, меня сегодня это, ты можешь попроповедовать? И тогда я вспомнил последнее его пророчество. И ты будешь проповедовать. Хотя путь дальнейший был, ну, сами понимаете, туда, комсомол, это все это. Вот. Поэтому я для себя просто взял, что не уставайте пророчествовать в судьбу своих детей. Независимо от того, как это сейчас выглядит и как вы это видите. Пророчествуйте им судьбу. И Бог, Он верный Бог, Он когда-то догонит это пророчество судьбу, и вот оно меня догнало. Вы уверовали еще в Казахстане или уже там, в Германии? Как вы пришли к Богу? Ну, уверовать, в принципе, верующие мы все. И я в том числе, я считал себя лютеранином, бабушка же лютеранка, значит, я лютеранин. И бабушка же молится, и я, наверное, попаду в рай, раз она молится. Вот. Но когда мы сюда приехали и стало возможно ходить в церковь, ясное дело, мы пошли к лютеранскому пастору. Я был в детстве крещен, я не помню, кем там, как-то вот у нас там в общине, втихаря, втихушечку, кто-то там это делал. А здесь мы пошли в Велическую церковь, я сказал, что я хотел бы все-таки, давайте покрестимся, как положено, и мы приняли водное крещение, окропление. И я, конечно, после этого я не стал регулярным ходоком в церковь, но всегда, у меня была Библия, я часто стал к ней обращаться, особенно в трудное время, когда мне нужен был ответ, когда у меня вот нету внутреннего покоя, я не уверен в принятии вот этого решения, я всегда искал в Библии. И надо сказать честно, я его очень часто там находил. Читаю там со Света, я говорю, вот же ответ. Она говорит, да не вижу я никакого ответа. Я говорю, да он между строчек, ты же смотри, вот. Ты сам себе надумал что-то. А я, наверное, сам надумал, но я получал то, что хотел, или то, что надо было, и ходил в церковь только тогда, когда очень сильно уставал, и я чувствовал, что мне что-то надо. Оно больше было как... я себя лучше чувствовал. В воскресенье все дома спят, никому не еда, а я уже не могу. В 5:30 я просыпаюсь, начинаю ходить, одеваюсь, я пойду в церковь. Все равно проснулся, пойду схожу в церковь. И вот там приходишь, а у нас... лютеранская, большая, красивая церковь в селе. И сидят, 7-8. И из этих 8-9 человек почти все наши бабушки в платочках, и я так там без платочка. Но все равно было хорошо послушать проповедь. Я пытливый, и я все время пытался вот там услышать не то, что он говорит, а то, что должно там сказаться. Вот откуда оно, вот это все, и это. И для меня я потом как-то выходил немножко, вот так хорошо, и шел домой, все проснулись, мы пьем чай, я рассказываю им, что я там в церкви. В общем, последний раз я был в лютеранской церкви. Я не хочу сейчас вот деноминационно, это не относится
ни к лютеранству, ни к пятидесятнику, ни к баптизму, но просто я говорю о том, что я пережил вот у себя, вот в немецкой лютеранской церкви. Вот. И последний раз мы были с дочкой моей, ей было 3 годика, около 3 лет. И она тоже не спала, и я ее брал последние разы, брал с собой, так, чтобы немножко омолодить состав вот там, в этом, прихожан. И пастор у нас, немец, у них написанная речь, он ее читает риторически, очень четко поставленный голос со всеми этими, но я понимаю, что он ее получил, может быть, вчера, и сегодня ее зачитывает нам. И у меня все время вопрос был, если ты Библию, ну что ты не можешь сказать нам, вот у меня вопрос такой, ты нам так скажи, без вот этого начала. Ну я, конечно, стеснялся подойти, я же каноны не знаю, ну думаю, сам додумаюсь. И тут мы сидим, и он с кафедры сверху зачитывает проповедь, монотонно, так, с расстановкой совсем. И вдруг там перерыв, и такая тишина, и звонкий детский голос на всю церковь, а там акустика же хорошая такая. Пап, он же врет. Такая тишина, я ее за руку, тихо, не надо. Он глаза поднял, не поймет, откуда это. А она говорит, а почему не надо? Видно же, что он врет. И опять это громко. И ну, я уверен, что он не врал. Но он говорил не от сердца. А ребенок это чувствует, когда от сердца и когда не от сердца. В общем, я ее в охапку взял и вынес из церкви, чтобы не делать там возмущения никакого. И это было последний раз, когда мы были в этой церкви, потому что потом было не очень удобно туда приходить. И в это время я как раз познакомился с одним из пятидесятнических пасторов. Я вообще не знал. Я не знал, что такое баптисты. Я не знал, что такое пятидесятники. Для меня, ну, в принципе, все были одинаковые. Я тут только видел разницу между католиками и евангелической церковью, потому что католическая очень большая церковь, она такая помощнее, покрасивее, а евангелическая чуть поменьше. И вот эти две разницы я понимал во всем. И тут появляется кто-то, кто говорит это, и пригласили меня на пятидесятническое или харизматическое богослужение. И, конечно, очень интересный. Это для меня был такой шоковый элемент. Там не было грустных лиц и скучных этих. Там был концерт какой-то, я не мог понять. Они в честь меня этот концерт сделали, что ли? Я себя там таким крутым считал в то время, богатым. И мне, я думаю, да не надо было ради нас такого делать. Мы нормальные люди, зачем это все? Я не думал, что это каждое воскресенье можно вот так радоваться. Ну, вот так. Ну и вот там произошло прикосновение ко мне Бога. Он показал мне мою судьбу его глазами. Я был просто в шоке. Мне очень тяжело это объяснить человеку, который не переживал прикосновение Бога. Он сочтет это за какой-то, я не знаю, ну, мне казалось, они что здесь делают? Они или какие-то наркотики в воздухе, или что? Почему я вижу эту картину с открытыми глазами, и я ее, ну... А потом, когда я понял, что это он мне объясняет мою ситуацию, и когда через это объяснение произошло такое освобождение внутреннее, что у меня как будто с плеч тонну плиту скинули, я задышал полной грудью, с этих пор мы с супругой в свободной церкви. Угу. Я не вышел из лютеранской, я продолжаю поддерживать ее также, потому что я верю, что у Бога один рай, у него нету раев для тех или для тех. И каждый человек, который каким-то образом служит Богу и приближает людей к Нему, это тот человек, в которого я с радостью инвестирую. Вот угу. Такое мое понимание. А, у Александра есть вопрос, я увидел. Александр, вам слово. Вместе мы тут все вас заслушались. Очень интересный рассказ. Но вот меня как человека... историка по образованию, меня все мучает вопрос. Вы сказали про Волгу, потому что
мои предки тоже с Волги, с села Красный Яр на Волге, Красноярского кантона, как тогда говорили. Вот, может быть, вы помните, откуда ваши дедушки и бабушки, где они там на Волге жили? Они, это село называлось, оно сейчас Фриденберг. Фриденберг, по-русски как Фриден? Мирное. Он тогда он писался Фрайден. Нет, Фриденберг так и писался. Я не помню. Они также в 41-м году были депортированы. Да, да. Ой, извините, у меня почему-то так быстро батарейка кончается. А что это за... Или это ЦУ? Надо подключить, Zoom берет много. Да? И тогда мне надо поговорить, я сейчас эту заряжалку, или мне надо... Сходите за заряжалкой, мы подождем. Говорить не будем сильно. Потому что главное здесь вы, сходите за заряжалкой. Хорошо. Александр, вы... Потому что заслушаться можно, но нам надо чуть-чуть еще и диалог. А то уже Дмитрий нам сигнализирует. Александр хотел задать вопрос. Да, я вижу, Дмитрий пишет в телефоне. Пишет нам. Нет, я сам с удовольствием слушаю. Да, да, очень интересно. Да. Обижаюсь на пастора, который читал проповеди по бумажке. Хочу обижаться. Ну, блин, вот не смог так человека зацепить. Ой, да не все их и мы цепляем. Вот каждому, видать, свое надо. Бог как-то ведет каждого из нас. Кого-то вы цепляете, и я не могу зацепить. Это всегда так бывает. Ну, вот рассказ вот про Казахстан, про эти общины. Это же братские общины, такие же, как наши. То есть там были... свои порядки такие пиетические. И вот на самом деле то, что Вальдемар рассказывает, то, что иногда баптистов даже преследовали меньше, чем вот наши братские общины. Mm-hmm. Называется Брудергемайнде. Ну, там как бы получалось, что как бы двойная проблема у советской власти. С одной стороны, они преследовали верующих как верующих, а с другой стороны, здесь еще верующие были, которые объединялись по национальному признаку. А это, ну, как бы вот советская власть вообще считала, наверное, такой гремучей смесью. Поэтому лютеран в этом смысле преследовали даже больше, чем баптистов. Ну, так. Все, я надеюсь, что... Да, Вальдемар, да. Заряжает? Думаю, что заряжает. А, не вот. Видно там? Не видно, да, зарядку? Нет, я не вижу. На экране не вижу, но здесь вот такая штука у меня, она должна так, тут все светится. Пауэрбанк уже включили. Да. Что я тут у меня наверху, там внизу люди, шумно. Угу. Окей. Да, я здесь тебе. Хорошо, ну что, продолжим. Александр, вы... В WhatsApp фотография, это, наверное, внучка. Внук. Внук. Я извиняюсь, там не очень такая крупная. Да, фотография. Да. Это мой первый внук. Сегодня у нас срок моей третьей внучки появиться. Ну, смотрю, еще ходит моя сноха тут, улыбается. Может, немножко попозже придет. Угу. Так что. Дети и внуки — это счастье. Да. Хорошо. Можно еще вопрос? Пойдем по вопросам. А, когда вы переехали в Германию, написано, что вы пошли в какой-то такой строительный бизнес. Сразу или нет? Или еще где-то работали? Вот. Тяжело нет, это нет. Было? Переехать? Тяжело было вот обосноваться на новой земле с новыми людьми? Я не скажу, что просто. Знание языка одно. Я говорил дома на нашем старонемецком и считал, что я знаю немецкий. А когда приехал сюда и развел, они говорят вообще не на немецком, на каком языке они вообще разговаривают здесь, непонятно. И вот это вот шок, конечно, был первый. Но самый главный шок был, когда рассвело. Мы приехали ночью, там родственники встретили, забрали, мы утром проснулись и поехали куда-то там в лагерь оформляться. И вот эта красота, которая вокруг, как вышли, ни окурка, ни бумажка, все ровно, все подстрижено, все это. Кого-то это
ну, радовало, а у меня одна мысль, что я здесь буду делать, уже все сделано, они уже все сделали без нас, зачем мы им здесь нужны, ты посмотри, никуда, у меня шок был, я, ну, я начинал понимать, что я не приложусь здесь нигде, во-первых, языка мало знаю, законов и прочее, прочее, хотя я уже там же, в этом лагере, где еще все только документы ходят, что-то сдают, оформляют, я уже нашел какую-то там приехал грузовик, и надо было разгружать, и я смотрю, там две женщины, работницы разгружают, я их отодвинул, сказал, так не пойдет, у нас женщины таким не занимаются, айда, нашел еще одного, и мы там разгрузили им это все, они смотрели, улыбались, не поймут, что это, они им же за это не платят, а они... А для нас был шок, что нам вообще платят ни за что, то есть нам дали, ну, говорят, там пособие, все, да, мне дали 200 марок, там за дорогу вернули назад. Больше никаких пособий мы не получали. Мы приехали уже в 94-м году. И, ну и эти 200 марок я не мог понять, за что они мне их дают. Мне было стыдно их принимать. Вот. Я думаю, вот это отличие между теми людьми, которые сейчас приехали, и нами. Ну и, конечно, потом дали нам обучение языка, немецкого языка, курсы. И вот там Бог мне опять помог. Он, да, вот эта учительница, она, ей тогда было 73 года, фрау Блазе. Она такая, такого жесткого немецкого характера. Служила еще в вермахте когда-то, там картины с Украины вывозила. И теперь она нас учит. И у нее такое, вот как и у моего деда. Если черное, то черное, а если белое, то белое. То есть вот такая категория людей. И когда я попросился, я, ну, сколько, я, наверное, месяца 2-3 ходил на занятия языка, уже все, понял, я переключился, уже все, и не могу больше, мне надо что-то делать. Начали мне, и мне вроде нашли там работу водитель грузовика. И я у нее должен был отпроситься, поехать на представить себя на эту работу. Она мне говорит, слушайте, а вы вообще что, водитель грузовика? Я говорю, да нет, я и на легковой-то не очень езжу, у меня последнее время шофер был, и все это дело. Она, а почему вы тогда? Я говорю, ну как почему? Я приехал сюда, мне надо кормить семью, мне надо работать, мне надо, мне разницы нету, что я готов делать все, что угодно, лишь бы не сидеть на шее у того государства, которое мне, да и у вас, и всех. Она говорит, я тебя никуда не отпускаю, вечером после занятий зайдешь ко мне. Я не понял, сел, думаю, как это так она, что это она раскомандовалась тут? Это тебе не 42-й, да? Ну, вот в таком этом. А она потом меня пригласила и говорит, давай я с тобой поговорю немного, ну, давай. Говорит, мы пригласили вас сюда для того, чтобы освежить кровь, для того, чтобы... Я в ваших глазах еще вижу жизнь и пионергайст, дух предпринимательства. Вот ты же рыщешь, я же вижу, что ты ищешь что-то это. Я говорю, да, вот нашел себе, вот что. Да не твое это, не твое, у тебя другие мозги, у тебя другое. Я говорю, слушайте, ну что я могу здесь сделать, здесь все сделано. Она говорит, кто тебе сказал? И она мне начала перечислять проблемы. Наследников нету, стареющие, работящая, рабочая раса, нация умирает. Их дети, выжившие вот в этом благополучии, в основном лентяи и в основном непредприимчивые. Они не хотят наследовать. Они получают кусок наследства и проживают его тихонько. Вам надо искать предприятие, куда вы можете внедриться и вести их дальше. И она мне такой рычажок в мозгах перевернула. Я ехал домой с этого. Точно, смотри, магазин банкрот написано. Это, думаю, интересно, а почему он банкрот? Может быть, стоит? Я вот такой... Оно называется целенаправленное восприятие действительности. Вот она умудрилась включить во мне или наоборот, выключить то, что наговорили друзья, родственники, ты никто здесь, ты, вот мы должны, и все. И я с этого момента начал смотреть. И она говорит, кто ты по образованию? Я говорю, зооинженер. Она говорит, у нас нету таких специальностей. Я говорю, я же тебе говорю, что у вас нету таких специальностей. Хотя сельское хозяйство на высшем уровне, понять не могу, как вы без зооинженеров так справились, просто непонятно. Она говорит, что это такое, объясни. Ну, я ей объясняю.
что такое? Она меня на следующий день или через день подзывает, говорит, иди сюда. Смотри, вот объявление в газете. Ищет мастера по кормлению свиней. Это, ну, то, что ты учил. Я, конечно, и свиней могу, и курей могу, то есть все могу. Она говорит, ну, я позвонила, сказала, что ты подъедешь и поговоришь с ним. Вот туда я тебя отпускаю. Ну, мастер по кормлению свиней. Звучит довольно мастер. Ну, это ж уже мастер, это уже хорошо в нашем понимании. Вот я поехал на первую встречу. Она говорит, это очень большой фермер, у него около 60 тысяч свиней. И поэтому ему нужны вот мастера, мастер по кормлению свиней. Вот адрес. Я туда поехал. Какой-то сад цветущий, красивый. Я ж свинарник-то по носу же можно у нас, его же можно далеко. Но я не, нету нигде тут свинарника. Думаю, да что же это такое? Склад красивый стоит такой. 600-й Мерседес впереди. Ну, понятно, какой-то крутой. Вот. Я раз проехал, два проехал. Идет навстречу человек. Говорит, ты что здесь катаешься, немец? Я говорю, да мне вот встречу назначили на свинарнике. Я что-то нигде не вижу свинарника здесь. И свинаря нет. Он говорит, вот свинарник, а это я. Я не понял, а машина чья? Моя. Я думаю, ничего себе у них свинари ездят на 600-х Мерседесах. Вот. Ну и заходим мы в этот комплекс. Одеваем белый, как врачи, да, вот это весь. С таким этим. Я думаю, господи, это что за свиньи у них такие, что надо так одеваться. Чистый кафель, все блестит. Вентиляция такая, что ни мухи, ничего, там фуражку утянет в этот. И вот он мне говорит, вот у меня здесь 3000 голов свиней, и мне надо, чтобы кто-то за ними следил, когда кормление, когда это все. Я говорю, классно, да, могу, знаю, образование такое, это такое, я говорю, а сколько людей у вас тут? Он говорит, людей зачем? Я говорю, как 3000 свиней, людей сколько? Ну, я думаю, сколькими командовать-то буду? Он говорит, да нет здесь людей, ты будешь, и все. Я говорю, как я? 3000 свиней, и я, ну да, открывает компьютер. Говорит, вот он кормит. Я говорю, слушай, это что-то, для меня это что-то. Он говорит, не-не-не, ты на машине ездишь и это научишься. Мне самое главное, чтобы ты животных понимал. Пойдем, зайдем в этот свинарник. Ну и вот открывается дверь, они там рядами все выстроились, свиньи, как на параде. И он идет, и это, я нет, парад имел в виду. Это словосочетание. Понятно. И он мне говорит, вот смотри, вот это больная, вот это, и такой пистолет у него, он там лекарство, и прошел дальше. Я его, иди назад. Я говорю, вот завтра вот это у тебя заболеет, и вот через недельку с этой проблемой тоже будут. Он посмотрел, говорит, фу, а у меня это вот дед у нас был, не ученый ветеринар, но он был животновод. И вот семья была по той линии животноводческой. Где-то он передалось вот это все. И он мне говорит, все, на, ключи, все, ты принят на работу. Я говорю, подожди, как на работу? Мне надо еще немножко язык подучить. Он говорит, да какой тебе язык? С кем ты тут разговаривать собрался? Тут свиньи и ты. Мне важно, что ты свиней понимаешь и видишь, и все. Я, нет, давай мы так договоримся с тобой. Я буду днем ходить на шпрах курс, на этот курс, а ночью или вечером поздно и утром рано я буду два раза здесь, и у тебя все будет. Только дай мне вот разобраться с этим компьютером. Он мне дал эту книгу, я ее взял с собой. И так я, наверное, месяца три-два продолжал днем ходить на курсы. Утром в 3 часа ночи я приезжал туда, учился с этим компьютером. Потом все-таки пошел до этой бабушки, фрау Блазе, сказал, слушай, ты меня туда устроила? Вот теперь давай мне расшифровывай. Положил ей эту книгу на стол компьютерную. И говорю, вот это что? И, ну, мы с ней час посидели, и я понял. Мы учили это. Мы учили у нас это в институте. Только мы это все делали на калькуляторе. И там раз в месяц рацион. А здесь программа делает каждый день. То же самое. Те же кормовые единицы, те же эти. Только я потом коды научился. И все. И я потом начал модернизировать этот свинокомплекс, другую вентиляцию, то, что я учил в институте, я все применил там. И вот этот мой хозяин отдал мне ключи, 3 месяца не появлялся вообще. Я потом у него спрашиваю, как ты мог полунемцу какому-то ломаным языком отдал ключи, 3000 свиней? Я бы, он говорит, не-не, я каждый вечер видел, что ты там делаешь, ну,
Он видел в компьютере, что я делаю. Он говорит, ты там что-то накурил, я исправил. Говорит, недели через три я сам начал учиться тому, что ты там делаешь. Я начал понимать, что ты делаешь, как ты это делаешь, и начал применять у себя на других комплексах. А ты не думай, я все равно видел. И вот у меня получилось, что этот комплекс вышел на первое место среди всех его комплексов. Он начал, ну, он эксплуатировал меня, конечно. Мы тогда не понимали, что надо просить зарплату. Ну, мы просто привыкли работать. А он это понял. И у меня вся родня моя там помогала мне. Мы вентиляцию переделывали бесплатно. Он бы за это тысячи заплатил. А мне было интересно, что получится или не получится. И вот оно получалось. Вот, и параллельно потом я начал присматриваться к строительству, потому что я поселился в Баурском доме большом, меня родня его приготовила, и все выходные собирались все у меня, и ну, сколько бы я ни зарабатывал, и сколько бы нет, в Германии очень дорого принимать гостей, у меня все время холодильник ну, к концу месяца был пустой, непонятно, сколько еще надо было работать. Когда я посмотрел, проанализировал, я платил тогда 900 марок за квартиру, за дом. Плюс это 1300, 1300 марок в месяц я отдавал только за дом. И у меня 1000 оставалось. На 1000, конечно, там много нет. Я начал смотреть кредиты, начал высчитывать. Получается, если я построюсь, я буду дешевле платить. Все смеются надо мной. Какой стоит? Ты что? Ты только приехал. Кто такой? Что такое? А я все-таки считал, ну никак не могу себя переубедить, что не надо строить. И решил пойти в банк вот через 3 месяца. Пошел, как приехал в Германию, взял я листочек, на котором я это все нарисовал, пришел в банк. Вы меня останавливаете, я могу долго рассказывать. Нет, я одно только не пойму, чего там больше, какой крови, армянской все-таки? Раз уже через 3 месяца в банк пошел, уже все просчитал, все уже было видно наперед. Но, да, это армянская кровь. Но то, что свинарник перестраивал, чистый, это немецкая. Это хороший получился суррогат. Такой, да. И вот я пришел к банкиру. Ну, банк пришел. Здравствуйте. Моим еще диалектом этим. Я говорю, я пришел за кредитом. Хочу строить дом. Она, ух, садитесь, кофе налила. Все, сейчас я шефа позову. Пришел банкир, сел за стол, мы сели, он говорит, что вы хотите строить? Я говорю, дом какой? Я вот начертил, о, так вы уже начертили себе что-то и все такое. Это здорово, а где? Я говорю, ну где-то здесь надо. Он говорит, а где? Так у вас еще участка нет? Я говорю, нету, я же поэтому к вам пришел, может, вы посоветуете что-то. В общем, мы час с ним разговаривали и дошли до вопроса. Он говорит, да, я вижу, что у вас очень серьезное желание, что вы правильно все высчитали. Вы за тот никогда не рассчитаетесь, вы будете платить, он вашим не будет. А вот за это вы можете рассчитаться, и тем более, что нагрузка в месяц меньше. Молодцы, это все правильно. Теперь дайте мне вашу зарплату 3 месяца, и мы попробуем посмотреть, хватит ли вам, чтобы получить кредит. Я говорю, какая зарплата, я только приехал, зарплаты-то нету. У него глаза, очки аж полезли на лоб, он час меня кофе поил, раз и все это. Как нет у вас зарплаты? Я говорю, ну я еще хожу, потому что я работал, ну как, не в черную, ходил на, по-нормальному я ходил еще на шпрахи. И этого листочка, который называется заработный этот, у меня только было шпраховское. Я говорю, так давай ты мне кредит дай, я дом построю, пойду на работу и буду отдавать тебе. Я говорю, а так я пойду на работу, как я дом буду строить? Он так, сейчас-то мы друзья с ним, и он говорит, тебе чуть-чуть словарного запаса не хватило, веришь? Говорит, я уже был готов тебе дать и без зарплаты, потому что я был 100% уверен, если бы чуть-чуть ты еще мог, я бы тебе, ты бы был бы первый безработный, который получил кредит. В немецком банке. В немецком банке, да. Но он говорит, нет, ты мне извини, я все понимаю, да, я верю, что ты построишь, пойдешь на работу. Ну, давай мы по правилам. Ты сначала мне принеси 3 месяца зарплаты, и сразу же я тебе буду оформлять. Я говорю, ладно, не идет по-другому. Он, не идет. Я говорю, а если я тебе чуть-чуть там оставлю, тоже не идет. Ну, как у нас. Он говорит, а чего мне чуть-чуть оставить? Я говорю, ты если мне дашь кредит, что мне жалко, что ли, чтобы тебе начать? Он, ой. Все, не надо. Все, 3 месяца принесете мне, и все. А, ну, все, я поехал к шефу оттуда же сразу, к этого свинарника. Я говорю, слушай, все, я уже немецкий выучил,
бери меня на работу, как положено. А что такое? Да, мне вот надо это. Я же у тебя уже 3 месяца вот так. Ты, может, мне дашь задним числом на 3 месяца? Вот? Он говорит, я не могу тебе задним числом дать. У нас так сложная система. Ее надо понимать, что наши варианты и подходы не проходят. В общем, я с этого дня, когда я от него уехал от банкира, он этим же днем меня принял на работу. И ровно через 3 месяца я получил свой 3-й листок и пришел в банк. Она улыбается, видимо, там уже молва прошла обо мне, что вот такое тут интересное. Она улыбится, я: здравствуйте, здравствуйте, шеф у себя. А что, я говорю, ну, дом строить пришел я. Она думает, опять пришел. Ну, нет, так не пойдет, надо термин, надо назначить это. Я говорю, мы назначили 3 месяца назад. Я был у вас, он мне сказал, через 3 месяца придешь. Вот прошло 3 месяца, я пришел с зарплатой. Она смотрит. Да, но ушла. Приходит. Ну, давайте мы тогда запишем, у нас там через 2 месяца... Я говорю, слушайте, я же вам нормальным языком говорю. Мы 3 месяца назад договорились, что я приду. Я пришел. Я вот тут буду сидеть, несите мне кофе, как в прошлый раз. Я буду ждать. Она пошла, говорит, он не уходит никуда. Ну, тот думает, блин, что ж делать-то, надо опять ему что-то рассказывать, а ну все. Он вышел так не совсем счастливый на лицо. Да-да, я знаю, что у вас много вопросов, это очень серьезное дело. Я говорю, да нет у меня вопросов. Ну, эту проблему, я говорю, да нет у меня проблем. Проблема у тебя сейчас, вот 3 зарплаты. Как ты просил, кредит давай. Он: как так, так вы что, этим же днем пошли на работу, как у меня были? Я же тебе сказал, что я найду работу. Правильно. Я: ну теперь все подходит, теперь по закону? А, теперь по закону. И вот он долго искал, ну как же от меня, ну как-то так вот все это делал. Потом говорит, все, я понял. Я: давай мне теперь, что надо делать? Он: найдите участок, найдите архитектора. Я посмотрел вашу зарплату, да. Сколько вы думаете вам надо? Я: 450 тысяч мне надо. Марк: да, я думаю, что мы сможем вам дать. Все, я побежал искать архитектор и начал строить свой первый дом. И когда я начал его строить, параллельно я работал, кормил свиней. После этого у меня стало 3 комплекса. Я 15 тысяч голов один откармливал. Конечно, это было тяжелое время, очень тяжелое время. Несмотря на то, что компьютер кормит везде, но сигнализация у меня на мобильном. И где-то, если что-то встало, не до этого, сигнал ночью, днем, ты должен поднимать, тебе нету праздника, тебе день рождения нету. Их надо отгружать, загружать, это все вручную. И это был для меня хороший такой урок. Он мне очень сильно помог, чтобы я не попал в депрессию, не попал... Очень многие наши деятельные люди, не найдя себе здесь применения, попали именно вот в такую ситуацию. Uh-huh. Депрессионная. Ну вот, но вот у меня, слава богу, что вот так получилось. И когда я начал строиться, я понял, как легко в Германии строить. Ничего не надо воровать, ничего не надо доставать, никому ничего не надо платить. Ты заходишь, надо гвоздей, их там 10 сортов, надо этих, у тебя 20 сортов. Тебе только надо понять, как правильно выбрать, где дешевле, где надежнее. И саму систему, я начал вырабатывать саму систему. И после этого, когда я построил свой дом, очень многие начали обращаться ко мне. Слушай, ты же строил, где ты лучше брал? И вот получалось, что я на работе больше на телефоне, тут этих свиней, там компьютер, все, а сам на телефоне строю дома. И этот увидел, потом спросил, о чем идет речь. Я говорю, так и так, дом построил, теперь вот там строю, ну, помогаю. И это я делал просто бесплатно. Но получалось все, я больше в этом. И потом он, конечно, тоже правильно, он говорит, а свинарник построишь? Я говорю, ну дай чертеж, я посмотрю. Я посмотрел чертеж, и я не помню сейчас точно цифр, там 450 тысяч, 470 тысяч должен был стоить он, а мы его за 270, мы 200 тысяч сэкономили. Потому что я пригласил своих ребят оттуда, откуда я, где я родился. И мы в аккордном этом просто у всех на виду выстрелили этот корабль. Там все, со всей округи приходили смотреть, как он растет и как люди, оказывается, работать умеют.
И вот, и после этого он меня взял и сказал просто, говорит, Вальдемар, ты меня, конечно, я мог бы тебя и дальше эксплуатировать, ты же это, но у меня совесть не позволяет. Ты не наемный работник, ты, ну, самостоятельный, давай я тебе фирму строительную открою. Я говорю, так у меня образования нет. Он говорит, какое тебе образование? Ты без образования, смотри, что творишь. А, хотя у меня ЗОЭ инженерная. Я говорю, а как это делается? И он говорит, поехали. Вот он меня садит в машину, в этот бусик, на котором я там работал у него. Приезжаем мы в сельсовет по-нашему. Он заходит туда и говорит, так, слушай, вот этот молодой человек хочет строительную фирму открыть. Оформи ему, пожалуйста. А она говорит, да, хорошо, 20 этих марок. Он достает эти 20 марок. На. А она говорит, а как фирма называется? Он говорит, Вальдемар, как называется твоя фирма? Я, Баусистем. Гербаусистем. Система строительная. Окей. И все, и буквально за полчаса оформилась моя первая фирма. Он мне дал этот сертификат. Говорит, иди строй. Иди работай. Строй. Занимайся. Ну, говорит, меня не забывай иногда тоже ко мне. Там, если надо будет, я тебе буду звать. Ну, вот так я стал самостоятельным. И когда я уже начал, вот, разработав вот эту систему организованного самостроя, когда забирая у людей шанс сделать ошибку через квалитативных эти, но давая им всю подручную работу. Подмети, убери, принеси, отнеси, это все, все. И получалось очень хорошо. Мы в общей сложности там за 3 года поставили 270 с лишним домов. Вот 270 это. Домов? 276 домов. Потом я перешел больше на оптовый магазин. Вот тут была, конечно, моя ошибка немножко уже. Как говорят в России, вот тут Остапа и понесло. Надо было все-таки разобраться немножко с системой. Пока я работал на участке, строил и все, и закупал у них материал, это было все нормально. А когда я пришел на то, что ну столько, сколько я строю, мне бы и свой оптовый магазин не мешало бы иметь. Вот тут стоило бы посоветоваться с теми, которые оптовый магазин по 100 лет уже стоят. А я же считал, что мы в демократии, мы же в рыночной системе, и побеждает тот, кто дешевле, кто работает лучше и все такое. Но это немножко наивно. Они собрались там в пятницу и решили мой этот задушить. И задушили. В общем, договорившись не продавать мне больше ничего. Вот. Но я был один из первых русскоязычных. Потом подтянулись много, и сейчас у нас очень много русских фирм строительных, которых уже нельзя задушить. Вот. Но со мной тогда у них получилось. Я ушел на строительство домостроительных комбинатов, заводов. Мы в Махачкале поставили один большой домостроительный комбинат в Ростове-на-Дону, под Ростовом шахты поставили домостроительный комбинат. Ну, а потом пришел кризис, и пошла долина, которую надо было пройти, и которую бы я без Бога точно не прошел бы, вот, а с ним, слава Богу. Ну, вот так примерно.